Вы смотрите канал «Улицу Москвы», и в этом выпуске мы побываем на железнодорожной платформе «Серп и молот», открытой в 1936 году и являющейся первой станцией Горьковского направления. В будущем платформа «Серп и молот» станет частью диаметра номер 4, и сюда же перенесут платформу «Москва-товарная». Вроде бы как по планам ожидается перенос этой платформы для организации совмещенного транспорта пересадочного узла. Ну, сейчас пока здесь все по-старому. Завод, правда, снесен, одноименный уже. Мы вот гуляли в данном цикле выпусков. Ну, сейчас посмотрим сюда вот идти к станции метро площадь Ильича Калининской линии и к станции метро Римской линии Людблинско-Дмитровской. Ну, вот электричка подъехала к платформе на Курский вокзал, а мы сейчас будем заходить сюда. Там, кстати, две платформы связывает мостик, по этому переходу можно выйти только к противоположную сторону, к Среднему Золоторожскому переулку. Пригородные кассы. Также, естественно, много билетопечатающих автоматов. Это платформа, наверное, последняя пока на данный момент относительно удобная пересадка с метро. Потому что Новогиреево и Реутово метро далеко, а Нижегородская, я думаю, линия, которая там проходит, она пока что не всем удобна. Но там есть пересадочка с Московского центрального кольца. Так что вот пока, наверное, не трогают здесь ничего. Вот заглянем в турникетный зал еще. Потому что планируется перенос и перестройка. Ну, не вот этой платформы, а вот платформы «Москва-товарная». То есть такая информация уже появилась. Ну, вот здесь еще торговля такая. Ликвидируют книжный склад. Ну, прогуляем сейчас по вот этой платформе пока что. Она довольно узенькая. Для такой, в принципе, востребованной станции, где есть удобная пересадка на две линии метро. Ну, на самом деле, мне кажется, даже в чем-то, ну, хотя, не знаю, одинаково, наверное, с Курским вокзалом. По уровню удобства там тоже тупички. Ну, а вот за тем забором проходят пути Курского направления. Электрички Курского направления здесь остановочки не имеют. Пока на данный момент. А вон следующая уже электричка подходит. А вот это, по-моему, до Желдора. Она опаздывала немножко. А это вот петушки. А, крутое. Извиняюсь, тогда. Здесь до сих пор существует торговля. Прямо на железнодорожной платформе. Прям вот когда находишься здесь, как будто переносишь лет на 10. Назад. Если бы еще электропоезд был зеленого цвета. Когда-то практически все московские платформы выглядели похожим образом.
Вот еще фирменные таблички горьковского направления, которые еще не унифицированы с табличками РЖД и московских центральных диаметров. Так, ну ладно, что, пойдем к мостику. Здесь долго стоит, ну, наверное, просто потому, что не так давно еще предыдущая электричка уехала. А так-то есть камеры, чтобы посмотреть, все ли пассажиры зашли. Так, ну сейчас пойдем к мостику, туда поехала электричка на крутое. Так, ну и вот по этому мостику люди, прибывающие к платформе на Москву, переходят, чтобы выйти к метро. Но обратно, я думаю, мало кто идет, потому что все-таки несколько странно от площади Ильича до Курска ехать на электричке. Сюда вот заберемся. Так, ну вот мы вверху. Можно посмотреть отсюда на платформу, взглянуть. И там вот электричка едет по второму диаметру. Едет по второму диаметру она. На станции Новая Иерусалимская. Ну вот, обычно, конечно, эта платформа пустая. Здесь вот существует будочка, куда заходит помощник машиниста, чтобы смотреть, все ли сели в вагон. Такие есть ступеньки. Вот, поехал. Приехала электричка из Электрогорска. Но, кстати, кто-то все-таки ездит. Кто-то все-таки ездит, да. От Серпа и Молота до Курского тоже. Дежурный он сидит тоже. Ну, интересная такая будочка. Ну, я думаю, скоро это, конечно, все снесут дело. Понятно, что это не совсем выглядит современно. Так, ну ладно, пойдем мы сейчас ждать свою электричку. Ну вот опять возвращаемся на эту платформу. Можно еще посмотреть на виды. Вот подходит наша электричка. Идет до Захарова она. Четыре вагона. Давай в первый зайдем.
Контролировать закрытие автоматических дверей.